В Кремле назвали досадным инцидент с российским флагом в матче за звание чемпионки мира по шашкам в Польше. С этим, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, во многом связан проигрыш нашей спортсменки в очередном раунде противостояния. Партия проходила в прямом эфире, когда неожиданно в комнату зашел один из организаторов и решил убрать всю российскую символику. Сначала отклеили стикер с триколором, а затем прямо со стола забрали флажок. И это при том, что по регламенту заходить во время матча никто не может. Правила пришлось нарушить по настоянию антидопингового агентства, которое предыдущие 4 дня чемпионата наш триколор не смущал. За инцидент уже извинился президент Федерации шашек Польши.